пожалуйста. Мы видим место под новую свалку, под ее продолжение. А тут мы видим стоки, то есть фильтрат. И вот каким способом он у нас фильтруется в Александрове. Стоит насос и выкачивает тупо его из рва по этому шлангу. Вот тут еще шланг лежит. Выкачивается вот туда, прямиком, прямиком, прямиком в лес. Наше любимое болото. Пожалуйста, чтобы вам не пахло, мы будем переливать болото, а там оно само отфильтруется, уйдет в почву, в грунтовую воду, еще куда-нибудь. Ну, пожалуйста. Вот. Вот такие у нас мельцы работают. Вот оно, болотце наше. Никаких фильтров, ничего. Пожалуйста, вливаем прямо в лес.